Приветствую всех подписчиков гостей моего канала, с вами Лена Смирнова, и как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео посвящено крану Zen Faucet. Такой кран у нас. Собираем мы здесь криптомонету Zen один раз в 20 часов. 20 часов проходит, и заходим по новой, собираем. Здесь нам также даются бонусы. Первый день нам бонуса нет, второй день умножается на 1,2, третий на 1,4, четвертый на 1,6, пятый день на 1,8. Сумма, которую нам дают, а нам дают сумму от 19 тысяч монет, ну почти 19,5 тысяч, до 38, ну почти 39 тысяч монет. Эта сумма умножается. Завтра моя сумма умножится вдвое, что мне дадут то, что я получу. Если мы перейдем на на CoinMarketCap, и вот моя монетка, и на данный момент она стоит $7.70. Неплохо. Когда я заходила, она стоила, вот, дай бог памяти, вроде бы $3. Вот она насколько уже выросла. Я ежедневно захожу сюда, собираю эту монетку. И вот сегодня я вот, у меня все звездочки. И такой вот мне сегодня дадут бонус. Я нажимаю. Сюда вставляю адрес Zen. И, ну, это как дополнительный бонус, так и нажимаю play. И вот у меня такая рулетка крутится. И тут вот какая комбинация выйдет, столько мне и дадут монеток. Вот давайте подождем, посмотрим. И что мне дали? Ух ты! Здорово! Смотрите, постоянно мне давали 0.2025, а сегодня мне дали... Вот такая, видите, комбинация 0.1 Zen. И через час-полтора часа где-то в это время мне придет на почту оповещение, что на биржу Binance поступила моя монетка. Неплохо. Это мне в первый раз такое дали. В основном выпадала комбинация вот эта, самая последняя. Вообще супер. Так, ну что, друзья, здесь я хотела поделиться своими результатами. Переходим на биржу Binance. Сейчас страничка загрузится. Надеюсь, меня не выбило с биржи. Нет. Сейчас загрузится. И я покажу, сколько уже у меня монеток. А монеток у меня уже 0.13 монет. Вот, и сегодня мне дали еще одну монетку. У меня уже будет 0.20 с чем-то монет. Потому что еще я сегодня собрала. Это все сумма придет. Вот. Так что такая сумма. И так, это моя сумма. И где брать адрес? Нажимаете депозит. Так, и в биткоин-сатошках это вот сумма 13740 биткоин-сатошек. Вот здесь депозит. Мы нажимаем. И попадаем на страничку. И вот здесь у вас будет свой адрес. И здесь депозит history. Вот мои как бы результаты. Я здесь все получаю монетки. Вот, и по 50 тысяч, потом 59, от 0.25 это мне бонус, то, что я сейчас собирала. И 65 тысяч, 83 тысячи, потом 115 тысяч у меня было монеток, ну, по-разному. Это все сумма умножается, как бы, и завтра моя сумма умножится на 2. Так как сегодня у меня сумма умножилась на 1,8, и на шестой день у меня умножится вот она на 2. Здесь вот наведете, и здесь все как бы прочтете. Почта здесь обязательно должна быть gmail.com.
С другой почты кран не работает. Далее реферальная ссылочка, друзья. Вот здесь вкладочка «Реферал» находится партнерская ссылочка. Если кто захочет поделиться с друзьями. Ну, здесь вот у меня все рефералы. Как видим, я работаю одна. У меня рефералы, никто не активен. Вот. Ну, в принципе, на этом все. Русского языка здесь у нас... А, и появился, не было русского языка. Можно перевести. Кран развивается. На Facebook там у них есть группа. Они там публикуют всякие обновления. Вот, а, на Новый год здесь давали всякие плюшки. Неплохо. Я тут монеток подзаработала. Ну, всем удачи, больших заработков. Кому интересно, пользуемся. Неинтересно, проходим мимо. До новых встреч.